Приветствую вас всех, друзья, на моем канале. Решил снять такое видео вступительное. Руки наконец дошли. Начать переделку велосипеда. Многим, думаю, будет интересно. Пишут мне постоянно. Когда? Ну вот, думаю, вступление надо снять. Уже затащил его домой. Помыл, чтобы было удобно возиться с ним. Покажу, в принципе, что будет установлено на данный велосипед. Это вот такое вот колесо 18 дюймов мотоциклетное с двухкоронной вилкой. Что у нас тут еще есть из ништяков? Далее из ништяков у нас будет установлено такое вот колесо. Оно будет установлено назад. Сейчас мотор стоит спереди. Так как вилка будет нормальная, двухкоронная, портить ее не хочу. Да и в управлении передний привод постоянно козлит, пытается вырваться. И по ступенькам не вывести его будет вверх гораздо удобнее и легче, когда привод будет задний, будет заезжать, думаю, сам по себе. Дальше у блоков срабатывает защита просто. И он начинает отключаться, включаться, включаться. 4 ампера. Ну, вот такое вот колесо я поставлю. Контроллер. Сейчас ключ. Контроллер на 5 киловатт. Будет установлен такой вот. Как-то надо будет думать, куда его поставить. Здесь он не помещается. Ну, в смысле, вот эта часть короткая. Надо как-нибудь, наверное, его ставить сюда. Ну, это к разработчикам этой рамы. Может быть, будет полезно, что контроллеры бывают длинные, и нужно как бы делать... Вот эту часть могли бы сделать, конечно, такую более ровную. Зачем вот эта вот часть, непонятно. Так бы, по-моему, даже красивее смотрелось. Также поставлю цепь. Перекину с другого велика, так как один раз у меня села батарейка. Вернее, не села, что-то то ли перегрелось, то ли что. Отключилась батарея. Я так и не понял, что произошло. Наверное, отключилась. Так как я потом пешочком дошел до дома. Благо было недалеко. И потом батарея... Ну, батарея сама по себе включилась. Я думал, что села, еще думал, еще запаса пару ампер часов было. Но надо, короче, цепь поставить. Сейчас весит велосипед в данной комплектации 39 килограмм. В принципе, поднять его довольно-таки. Ну, не то, что легко, но можно поднять. С новым мотором, даже не знаю. Батарея, кстати, сейчас 50 вольт, 16S. 16 последовательно соединенных железофосфатных элементов. Я хочу добавить последовательно еще 3 ячейки по 12 вольт из LG-шек HG2. На 18 ампер часов соберу их, так как у этого аккумулятора все равно 20 ампер час, тоже где-то примерно 18, ну почти 19 ампер час. И наконец-то будут передние тормоза дисковые, потому что здесь тормозил он только мотором. Как мы знаем, 70% тормозного усилия оказывает именно переднее колесо, что в автомобилях, что в велосипедах. Поэтому переднее здесь не особо эффективно. Мотор так сильно не тормозит, как это могут сделать дисковые тормоза. Бывает, нужно очень затормозить гораздо сильнее, чем делает это мотор. У него, кстати, у этого Volvo Motor два режима. Не как два режима, как сказать. Когда едешь, большая скорость, он тормозит одним усилием. Стоит чуть замедлиться, скорость уже где-то 15 км в час. У него
еще сильнее начинает тормозить. Ну, видимо, это защита контроллера от больших токов, скорее всего, я думаю. Также останется задний дисковый тормоз, что очень хорошо, нужно будет его перекинуть. И первое время, может, даже буду так кататься, пока не разобрался с контроллером, потому что Bluetooth, продавец выслал мне Bluetooth другой. Возможно, в нем дело, не знаю, два телефона не коннектятся, ошибку выдает. Вот, поэтому буду пока задний тормозом притормаживать, и передний будет гидравлический тоже. В принципе, он есть. Да, я его снял просто потому, что там дропауты срезаны, обточены. Ну, рекуперацию я потом, конечно же, сделаю, потому что она очень сильно, так скажем, помогает в плане того, что раз она есть, в чем ее не использовать. Наката, как у обычных редукторников, нету. Ну, дуюнов там, я не знаю, сделает, не сделает мотор. Сколько можно ждать того же? Вот, проще купить и кататься. Он сделает, если не сделает, не знаю. Фейк, не фейк, я не судья ему. Надеюсь, конечно, не фейк. Хочется, конечно, чтобы это все развивалось. Хочется, конечно, чтобы колесо данного плана было сделано у нас. Ну, как у нас. Казахстан, Россия, какая разница. Вообще, хоть где-нибудь, чтобы было это сделано уже давным-давно. Какой-нибудь хороший мотор, хороший аккумулятор. И чтобы электротранспорт уже, в конце концов, развивался такими хорошими темпами. Хочется застать то время, когда мы будем ездить по чистым городам, ходить, гулять, не будет этого шума. Есть, конечно, свой шарм в прямоточных выхлопах мотоциклетных, но когда дорога очень рядом, буквально 30 метров, у нас тут дорога, и по ней разрешено мотоциклам этим ездить. Одно дело, когда они ездят днем, другое дело, когда они гоняют ночью. Ну, бог им тоже судья, пусть гоняют. Ну, вот, в принципе, и все. Здесь еще полно места. В дальнейшем планы такие, что хочу железофосфат, он занимает здесь приличную часть, железофосфат заменить на литий-ион. Я зимой не езжу, хочу, чтобы было все компактно и большей мощности сюда влазило. Ватт-часов, так скажем, кому как удобнее. Ну и усовершенствовать по мелочам его, конечно, крылья там, назад. Дальше планирую багажник, сюда багажник ставить, убрать это седло и сделать мотоциклетное седло, типа дивана. Сделаю какую-нибудь форму, строительной пеной залью, обточу и буду стекловолокно с эпоксидкой. Стенки буду делать где-то 5 мм, наверное. Ну, это уже, наверное, на следующий год. Пока покатаюсь на таком седле. Но очень сильно. Сразу те, кто собирают такие велосипеды, скажу, что багажник, блин, очень удобная вещь. Рюкзак, это с рюкзаком ездить неудобно. Багажник. Хочу именно такое седло. Во-первых, удобный. Да, на нем будет неудобно крутить педали. Что поделать? На таком седле тоже для дальней поездки неудобный. Я хочу его делать для дальних каких-то поездок, так как у нас какие-то ближайшие клочки природы. Довольно-таки далеко находятся, как минимум. Ну, такие леса, горы, это километров 200, 220, 230 километров. Поэтому вот я хочу, чтобы это расстояние он смог проезжать на одной зарядке. Ну, можно, конечно, где-то подзарядить, но там негде подзарядиться, вот в чем дело, посередине. Можно, конечно, сделать на крайняк, если к тому времени аккумуляторы будут не очень сильно развиваться, если я не смогу осуществить. Хочу при скорости 80 км в час, чтобы хватало где-то на 230 хотя бы километров. Но на крайняк буду подзаряжаться где-нибудь посредине пути. Но дело в чем, что большая зарядка, которая будет быстро подзаряжать, тоже нюанс. Если зарядка, покупать зарядку, которая будет быстро подзаряжать, она висит довольно-таки много. Вот. И занимает место тоже. Не проще ли это место занять
аккумуляторами и взять зарядку менее мощную. Там приехать, уже будет больше времени на месте, чтобы подзарядиться, отдохнуть, и дальше уже по месту покататься там, по горам, по лесам. Ну и потом еще раз подзарядиться уже на обратный путь. Ну, как-то, короче, думать надо, как будет выгодно именно для моих нужд. Сейчас времени стало больше, буду этим заниматься довольно-таки плотно. Надеюсь сделать это все очень быстро, поэтому, кто не подписался, подписывайтесь. Будут теперь видео и на моем лайв-канале тоже, заходите, подписывайтесь. Туда вы добавляете покатушки, на своих на основном канале выкладывать нет. Буду на лайв-канале их выкладывать, покатушки всякие. Ну, такие вот дела. Все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока.